Проверка была организована по обращению граждан, которые жаловались на неудовлетворительное состояние входных групп. После проведения проверки мы выдали предписание домоуправляющей компании о восстановлении ступеней крыльца, восстановлении перил и необходимости проработать вопрос о необходимости установки пандус-съезда. Домоуправляющей компании в настоящее время работы проведены, крыльцо отремонтировано, установлен пандус-съезд. Кроме того, домоуправляющая компания выполнила работу намного большим объемом. Они отремонтировали также крыльцо еще и во втором подъезде.